Практически вся молодежь Великого Устюга собралась сегодня, 28 июня, на площади Славы, для того, чтобы отлично провести время в компании «Радио Трансмит» и «Битвы диджеев». Вместе с устюжанами «Трансмит» дал старт юбилейному туру, который охватит всю Вологодскую область. Тур называется «Битва диджеев», он посвящен 25-летию «Трансмита». И сегодня здесь, на эту сцену, выйдут два диджея из Великого Устюга и устроят настоящий батл. И устроили. Новый проект «Трансмита» призван открыть региону новые имена. А его инициатор Андрей Новолоцкий – яркий пример для нового поколения диджеев. Его путь в эфир областной радиостанции начался четверть века назад из провинциального кичминского городка. Я начал играть музыку в 1994 году. Я древний и старый человек. Мамонт, вымирающий вид. Застал еще бобинные кассеты, бобинную пленку, аудиокассеты, диски и все остальное. Люблю музыку в стиле евроденс. Люблю писать свои песни. Люблю замечательную публику. И люблю, когда весело. На площади Славы 28 июня было жарко. Устюжане танцевали под лучшие треки любимого радио. Пели знакомые песни, ведь для кого-то это не просто музыка, а целая история, прожитая вместе с «Трансмитом». Это первое радио, которое у нас появилось-то в городе. И я еще в свое юношество оттуда списывал песни, особенно с дискотеки «Дэнс». По завершению тура все участники битвы получат памятные подарки от «Радио Трансмит», а победителя ждет денежный приз. Впереди у битвы диджеев новые города и новые имена.